Алкоголь – враг, но без него застолье, тем более новогодние, вряд ли обойдутся. Поэтому как правильно себя вести с праздничными напитками, надо знать заранее. А советы какие-то? Прежде чем сесть за стол, вот, нужно выспаться. Вот, нужно идти к застолью отдохнувшим, спокойным, с хорошим настроением. За полтора-два часа до застолья необходимо выпить небольшую дозу спиртного. Так, по словам нарколога, вы подготовите свой организм к дальнейшему приему алкоголя. Также надо помнить, что мешать напитки нельзя. Принимать спиртные напитки нужно в небольших дозах, и промежуток между приемом очередной дозы должен составлять где-то 20-30 минут. Почему? Здесь также не действует закон, что между первой и второй там промежуток небольшой. Также с алкоголем не действует правило с понижением и повышением градуса. Лучшая закуска – картофель и холодец. А напоследок – кофе с лимоном. И, конечно же, все должно быть в меру. С этим согласны и наркологи, и сами горожане. Поменьше пить, побольше плясать и закусывать. Есть. И чай зеленый пить. Во, самое главное. Все будет хорошо. Да, и все будет хорошо, и никто не будет болеть. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.